Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим Рождеством и Новым годом! Мы желаем, конечно, вам счастья, желаем всего самого лучшего в 2022 году. И хочу сказать, друзья, что наши лучшие поздравления мы скажем в новогоднюю ночь. И поэтому мы приглашаем вас в ночь с 31 декабря, и это не закончится никогда, на торжество, посвященное Новому году. Мы будем в онлайн-эфире на канале «Белорусский дар. Небесная цивилизация». Мы соберемся все вместе, и я верю, что вы подключитесь со всех точек мира, чтобы праздновать в атмосфере любви и чудес вместе с нами. И, друзья, я хочу сказать, что многие люди верующие, они попались на эту ловушку религиозную и говорят, что Новый год – это языческий праздник, что нам не надо его праздновать. Но я хочу напомнить, где совершилось торжество воскресения? Да, оно совершилось на том месте, где была печаль смерти. И поэтому сегодня, друзья мои, наше призвание, оно и заключается в том, чтобы на месте, где было что-то позорное, что-то нехорошее, торжествовала жизнь. Поэтому вместо того, чтобы предаваться воспоминаниям о каких-то языческих праздниках или о каком-то смысле, который был заложен когда-то и кем-то, закладывайте свой небесный смысл во все, что вы делаете. И хочу сказать, что Библия нам говорит о зеленеющем дереве. Насколько мы знаем, это пальма, которая является вечно зеленеющим деревом, растущим у потока вод. И у нас в широтах нету пальмы, но у нас есть вечно зеленеющее дерево. Это елочка. И поэтому сегодня... Зимой и летом одним цветом. Мы все, да, мы с детства знаем эту поговорку, что зимой и летом одним цветом, каким зеленым, это елочка. Поэтому сегодня закладывайте, вы те, кто может закладывать свой смысл, свою суть, свою радость, свою любовь в любое действие. Для меня сегодня намного важнее повеселить детей, сделать им радость, сделать торжество. И, конечно же, объяснить им смысл того, что делаю я, а не кто-то там 500 лет назад, здесь и сейчас. И поэтому у нас к вам поздравления. И у нас в эту новогоднюю ночь она будет особенной. Мы развиваем нашу традицию праздновать в прямом эфире большой семьей небесной цивилизации. И у нас есть к вам два конкурса. Первый – это конкурс... Это конкурс на лучшую елочку. Поэтому, дорогой мой друг, ты можешь прислать свою елочку, ту, которую ты сделаешь сам, своими собственными руками или с помощью своих друзей и близких. Может быть, ты вынашиваешь какую-то идею уже долгое-долгое время, еще с детства. И вот оно время, чтобы реализовать все свои планы, все свои мечты и выслать таки нам свою елочку. То есть елочки, которые скачаны с интернета, какие-то сфотографированные в магазинах, украшенные красиво на улицах. Это все не то. Не эти пойдем. Елочки нет, нет, не нет. Участвуют в конкурсе. В конкурсе, причем в конкурсе с денежным призом, участвуют только елочки, которые вы создали своими собственными руками. Либо ваши друзья, дети, близкие, либо вы все вместе. Поэтому творите, создавайте, присылайте эту елочку чудесную. И обязательно себя на ее фоне. Именно эти елочки будут участвовать в конкурсе. И денежный приз получат три самые лучшие елочки, которые мы вместе отберем. Поэтому до 31 декабря, 12 ночи, точнее с 30 на 31 в 00 часов, конкурс наш считается закрытым. Зачетное поэтому... время 12 ночи 30 числа. Нам нужно будет еще целый день, чтобы сделать отбор. Да. И хочу сказать, друзья, еще раз напомнить, что не скачивайте, нигде в магазинах не фотографируйтесь, покажите свой креатив. В этом есть задумка такая, что когда религиозный мир давил на кого-то десятки лет, говоря, что не ставь елку, не диктуйте свои правила. Мы сделаем это большим праздником. И везде, где праздники пытаются стирать, заминать, мы, наоборот, будем постановлять радость и торжество. С вечно зеленеющим деревом. Аллилуйя! Елочку придумал папа. Если тебе будет кто-то говорить, что это язычество, вешали кишки раньше вместо герля, там внутренние органы вместо шариков, всем им говори смело. Это дерево создал мой папа.
Просто отвечаю, не знаю, не слыхал. И, друзья, я хочу сказать, что фотографии с вашими креативными елочками вы можете прислать на телеграм-чат, ссылку которого вы можете найти под видео в этом телеграме. Мы там будем смотреть ваши елочки. Второй конкурс. Это конкурс на лучшее поздравление нас с Олечкой. Хороший конкурс, мне нравится вообще, да? Лучшее поздравление на нас с Олечкой, а также в нашем лице всей небесной цивилизации. Это означает, что вы можете поздравить нас и всех, всю нашу большую семью разными творческими способами. Вы можете прислать фотографию. Здесь будет две номинации. Первая – это личное индивидуальное поздравление и номинация на лучшее коллективное поздравление своими друзьями, своей семьей, с мужем, с женой, то есть начиная от двоих. То есть личное, а также коллективное. И эти две номинации также будут иметь свои призы. Призы здесь являются тайной, потому что это очень ответственные призы. Если я вам их сейчас скажу, просто я боюсь излишней реакции бурной на такие призы. Но приз за такое поздравление, он будет очень-очень особенным. Я сохраню это пока в тайне. Что будет, друзья мои, в этом конкурсе? Вы можете сочинять стихи, писать песни, картины, снимать на видео ваши поздравления, танцы. Всяческие постановки. Постановки. И, конечно, присылать подарки. Да-да-да. Друзья, вот эти два конкурса мы будем объявлять победителей в новогоднюю ночь. И последнее, дорогие друзья. Хочу еще раз призвать, собирайте все семьями, коллективами, служениями, церквями и включайте эфир. Будем находиться в хвале, будет пророческое послание, будут подарки, будут итоги года и, конечно же, планы и пророческое слово на 2022 год. И когда вы соберетесь за столом, друзья, у нас к вам только одна большая просьба. Не проснитесь после праздника вот с такими лицами. Мы вас очень сильно любим и ждем на этот праздник. До встречи. Пока.